13 украинцев пострадали в автобусной аварии в Венгрии. Все они госпитализированы, один в коме. Травму получил водитель, венгр по национальности. Спасатели задействовали 4 вертолета. Авария произошла вчера во второй половине дня на трассе в области Новгород. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Пассажиры возвращались из Венгрии домой в Украину. Причины ДТП выясняют. Возле главной дороги номер 2 у поворота в сторону города Ноутинч после обеденное время следовал микроавтобус, который при пока что неустановленных обстоятельствах съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 14 человек.